Всем тихой ночи. Однажды МОК Кротокрысы исследовал территорию, затронутую действием SCP-184. Архитектором. Полное чтение документации по этому объекту на канале есть, потому скажу только то, что SCP-184 известен тем, что расширяет закрытые пространства изнутри, при этом не увеличивая то, внутри чего они находятся. Также SCP-184 в зоне своего влияния иногда может создавать странные вещи, в основном просто предметы из неподходящих для них материалов, но иногда и аномалии. Войдя внутрь, пораженные объектами территории, МОК фонда Кротокрысы увидели дыру в полу, и один из бойцов, пытаясь разглядеть, что же внутри нее есть, уронил туда фонарь. Боец оперативной группы сунул внутрь отверстие руку, чтобы достать потерянную вещь, но вместо фонаря вытянул оттуда картридж на NES с игрой Super Mario 2, потерянный им еще в детстве. Дыру какое-то время не трогали, и она переместилась, в результате появившись в другом месте, и перемещалась она несколько раз, пока не оказалась в учреждении фонда в зоне 31, где сразу получила номер SCP-1162. Как выяснили ученые SCP, дыра представляет собой объект, аномальное свойство которого заключается в том, что если человек сунет туда руку, то найдет там давно потерянную вещь, при этом у него обязательно пропадет что-то из его нынешнего имущества, чего-то из того, что есть у человека прямо сейчас. Свойство этого объекта очень понравилось персоналу фонда, и с ним было проведено множество самых разных экспериментов. Сотрудники зоны один за другим подходили к SCP-1162 в надежде получить какую-то давно утраченную вещь. Объект, сам будучи порождением SCP-184, проявил связь с некоторыми другими аномальными явлениями. Например, как-то раз в полицию позвонил человек и сказал, что его жена вошла в ванную и провалилась там в космос. На место прибыл агент фонда и действительно увидел ванную, в которой открылся портал в космическое пространство. Да еще, как установили ученые фонда, в далекое прошлое. В ходе изучения этого феномена ученые SCP бросили туда капсулу, которая затем выпала из дыры, известной как SCP-1162. Дыра в стене, которая может вернуть человека что-то давно утерянное, звучит настолько интригующе, что сам объект стал не только заметной частью мира SCP, но и появился во многих произведениях, связанных с фондом. Например, он был в игре SCP Containment Breach, где игрок при помощи него мог поменять один предмет из инвентаря на другой. Конечно, в игре объекту было добавлено одно зловещее свойство. Когда игрок с пустым инвентарем использовал объект, ему наносился урон, хотя персонаж же в игре одетый, а значит, у него все еще есть что забирать. В одном из случаев, описанных на сайте, объект забирал контактные линзы, а в другом нижнее белье. Но в целом опасные свойства 1162 действительно есть. Во время экспериментов, описанных в документах фонда, у совершенно голого подопытного, у которого не было ничего, кроме собственного тела, объект забрал почку. Так или иначе, SCP-1162 имел важную роль в сюжете игры, ведь при помощи него игрок мог понять, что играет не просто за персонал класса D, а за пониженного до D-класса бывшего исследователя фонда SCP. Объект появляется еще много где. О нем, например, рассказал комикс «Упрощенный SCP», суть которого в том, чтобы объяснить SCP-объекта максимально просто. Об объекте этом есть немало видео на YouTube, в том числе и это. И даже в моде для Майнкрафта на разные SCP-штуки присутствует этот объект. А вот на официальном сайте SCP такого объекта больше нет. И на его странице теперь под этим номером что-то совершенно другое. Как так вообще вышло? Оказалось, что автор изначальной статьи про SCP-1162, насколько я понял, в дискорде SCP, поучаствовал, скажем так, в не слишком сдержанном обсуждении. Спор был про политику, и в итоге он перешел на личности. В результате человека там забанили, а он в отместку удалил все свои объекты, включая 1162 с сайта. Но не просто удалил, а перенес его на сайт RPC. Про RPC тоже есть ролик, и если кратко, это такой сайт, где пытаются возродить дух старого SCP, того самого, на котором не было еще и 1000 объектов. Иронично, что на самом RPC до сих пор нет 1000 объектов, и там SCP-1162 превращается в RCP-354. Однажды агент Сандуски из мобильной группы «Лабораторные крысы» изучал последствия активации одного RPC-объекта в городе Нагано в Японии. Агент случайно уронил свой фонарик, и он упал в дыру в полу. Тот сунул туда руку, желая вытащить предмет, но вытащил не свой фонарь, а картридж для NES с игрой Super Mario 2. Объекту был присвоен номер RPC-354. Вскоре оказалось, что дыра эта перемещается, и на сегодня RPC-354 находится в подвале офисного здания, где
для охраны объекта и экспериментов был организован наблюдательный пункт. И как оказалось, это был не единственный объект, который пропал во вселенной SCP и появился в RPC. Точно такая же судьба постигла SCP-1019. SCP-1019 — это собирательное обозначение серии аномальных явлений, созданных предположительно одним аномальным художником. Сами эти явления представляют собой незначительные искажения реальности, например, участок травы, самостоятельно сплетающийся в изображение фрактала, или банка из-под чая, которая ведет себя так, как будто находится в области пониженной гравитации. И в один прекрасный день все эти замечательные явления пропали в мире SCP и были обнаружены агентами RPC в своей реальности. Сам номер SCP-1062 на сайте оперативно занял другой объект. Такой номер получила находка марсианского космического аппарата, обнаружившего на поверхности Красной планеты земной двухэтажный дом, типичный для американской загородной застройки. Космонавты фонда, прибывшие на место, нашли внутри два мертвых тела, причиной смерти которых послужила враждебная для человека марсианская среда. Исследователи SCP провели замеры и сделали вывод о том, что дом переместился с Земли из-за действий сильного скульптора реальности. И этого скульптора нашли на втором этаже здания. Им оказался маленький ребенок, также мертвый. Получилась довольно красивая и трагичная небольшая история о том, как маленький ребенок, оказавшийся способным изменять реальность, убил себя и своих родителей своими способностями, соединенный с мечтами о путешествии на Марс. Вот только этой истории не суждено стать особенно популярной, ведь она занимает номер, который в памяти интернета навсегда закреплен за популярным классическим объектом – дырой в стене, трагичным объекту трагичная судьба. Все это подняло очередную волну споров на тему того, может ли автор уходящий сайта по каким-то причинам сносить все свои объекты. Ведь некоторые из них могут быть очень важными для сайта, да и для всего сообщества SCP. Очередную, потому что, конечно, такое уже было. Не так давно была довольно большая драма. Дело в том, что автор, сидящий на сайте под ником Роджет, или Роже, почему-то все читают по-разному, решил порвать со всем тем, что было написано им на сайте, и обратился к сообществу с просьбой о том, чтобы все созданное этим автором было немедленно удалено с ресурса. И было бы еще ничего, если бы это был какой-то не самый значительный автор. Но Роджет является автором более 300 статей, многие из которых очень важны для вселенной SCP. Например, одна из популярных версий SCP-001, та самая, которая соединила SCP-055 и SCP-579. Что привело к появлению эпического сюжета из SCP-5000. Поначалу многие люди на сайте стали упрашивать автора изменить свое решение и оставить статьи, но это изначальное решение не изменилось, и администраторы сайта начали понемногу удалять написанное автором. Все это вызвало огромную волну протеста и возмущения, и на данный момент статьи ушедшего автора остались на сайте. Но вопрос, надолго ли, потому что сам автор, похоже, действительно не хочет, чтобы его творчество оставалось доступно в контексте вселенной SCP. А как вы думаете, должен ли автор иметь возможность удалить все свои статьи с сайта, если он того хочет? С одной стороны, правила сайта изначально позволяют автору как угодно распоряжаться своей статьей, а с другой стороны, удаление объектов, на которых основано множество вещей в SCP-сообществе, определенно вредит многим людям. Вот как в случае с автором нового SCP-1162, объект который теперь навсегда останется в статусе какой-то фигни, которая теперь почему-то вместо дыры в стене. Напишите свое мнение в комментариях, обсудим. Всем пока!